Реконструкция рынка стартовала в апреле. Сейчас масштабное обновление продолжается. Темп работ внушительный. Уже завершен первый этап ремонта двух корпусов, которые расположены непосредственно рядом с Ленинградским шоссе. В зданиях обновили фасад, заменили окна и двери. Данные работы проводятся без закрытия рынка. Люди могут приходить, покупать тот товар, который им необходим. А там, где проводятся работы, это все огорожено с соблюдением мер безопасности. Работы продолжаются, мы их контролируем, периодически сюда приезжаем. Впереди обновление других павильонов рынка. На этих зданиях также разместят и световую рекламу. Она придаст совершенно новый облик придаст, потому что на черном фоне будут светлые буквы, будут смотреться очень красиво. Плюс следующим этапом у нас планируется контурная подсветка зданий буквой «П». Планируется также ремонт асфальтового покрытия, соответственно, нанесение разметки. К выбору строительных материалов подошли максимально ответственно. Главное условие – хорошее качество. Облик рынка будет сочетать приятные приглушенные оттенки серого цвета. Здания будут такими же, как и рядом стоящие торговые объекты. Реконструкцию всего рынка планируют завершить к сентябрю этого года. Анастасия Кравцовская, Софья Ткаченко, новости Химки ТВ.